В Якутии начался отопительный сезон. Тепло запустили в 13 районах республики. На эти цели в нынешний осенне-зимний период выделено порядка 27 миллиардов рублей. Из данных средств 610 миллионов рублей потрачено на капитальный ремонт жилищного фонда, 14,5 миллиардов на строительство и реконструкцию объектов энергетики. Всего водным путем для нужд котельных в этот отопительный сезон планируется завести более 400 тысяч тонн угля, нефти и газового конденсата. Отметим, что согласно утвержденному графику до 11 сентября к отоплению подключат все объекты в 29 районах республики. По состоянию на 1 сентября готовность объектов составляет следующие. По котельным подготовлено 1167 единиц, составляя этот план 94%, тепловые сети 93%, водопроводные сети 92%. Канализационные сети 92%, дизельные станции 93%, и линии электропередач 88%. Хочу подробно остановиться по готовности жилфонда. Согласно проведенному мониторингу по состоянию на 1 сентября текущего года, готовность жилфонда составляет в Риме 61%. Данный процент получен, исходя из того, что главы отдельных муниципальных районов игнорируют рекомендации о необходимости предоставления отчетности в министерство